Камень природный от 18 рублей за тонну. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». Для будущей девятиклассницы Софьи этот школьный год будет особенно волнительным. 3 года она не посещала школу офлайн, 2 из них из-за карантинных мер. Видеться с учителями и одноклассниками приходилось в онлайне, а этой весной девочка вместе с мамой в спешке покидали родной Киев. Они не понаслышке знают, как тяжело начинать новую жизнь на новом месте. Приехав в Мозырь, семья обратилась в Красный Крест. Там в помощи, конечно же, не отказали. Очень активно в Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста продолжается акция «Собери детей в школу». Сегодня, учитывая тот факт, что у нас на нашей гостеприимной мозырской земле детки и мамы с нашей ближней Украины, поэтому очень хочется оказать помощь им. На сегодняшний момент у нас осталось только 2 семьи с детками, которые идут. Одна идет в 1-й класс, а вторая девочка уже идет в более старший класс. Очень хочется уделить им внимание и оказать помощь школе, потому что это сегодня затратное очень мероприятие. Подобрать нужные вещи Софье помогли в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая проводится каждый год с августа по сентябрь. А волонтер из молодежного парламента тоже вручила девочке приятный подарок. Я иду в 6-ю школу, что находится в городе Каринкевич. Я иду в 9-й Г-класс, настроенная позитивно. Думаю, найду пару-тройку друзей. Красный Крест всегда приходит на помощь семьям, которые в этом нуждаются. Сборы ребенка в школу – лишь одна из многих акций, которые проводит Мозырская районная организация. Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».